Всем привет! С вами Малыш и Витус. Всем привет! Итак, у нас ушло много сил, практически целый день, почти целый день, и много ресурсов, металла и цементной пасты на то, чтобы сделать обалденную просто табуретку. Ну и сейчас я этого дела вам продемонстрирую. Так, ну, здесь у нас, как видите, сделали вход с подъемчиком, потому что раньше было проблематично. Здесь то же самое. Это у нас получается подъем. И сразу у нас идет как бы фальшпол такой. Вот, соответственно, у нас фальшпол здесь стоит. Дополнительная защита как бы снизу кецеля. И теперь еще самое главное. Мы немного перекрасили. Витус говорит, давай сделаем красным. Говорит, да давай сделаем красным. Ну и сделали красным. Бордюрчик, двери, подъемчик, чтобы это выделялось. Ну и теперь перейдем к самому главному. Извините за дождь. Витус тут погоду заказал такую дождевую. Но это ладно. Так, наверное, я чуть дальше отлечу. Вот так вот будет нормально. Так, ну что же. Появляемся здесь на кецеле, вылезаем с него. Кецель у нас спокойно стоит в воздухе. Все отлично. И у нас здесь получается два люка. Спускаемся мы вниз. И мы видим, здесь у нас стоят несколько кроватей. Это чтобы можно было возрождаться в самом кецеле. И плюс... Ой-ой-ой, кецель, не дергай меня. Плюс у нас здесь запихнута вовнутрь кормушка. Также один ящик пока пустой. Ну и, соответственно, несколько вот этих кроватей. Так, ну и теперь пойдем, наверное, тут же у нас факелы, все хорошо, все покрашено. Это у нас кецель сейчас в полете. Ну и пойдем вниз. И вот то самое место, где был фальшпол. Так, закрыли за собой, отлично. И вот у нас фальшпол, где мы заходили. Тут у нас, соответственно, все... Не, выходить я не буду. На ходу. Вот. И как бы сделали полноценный дом из кецеля. Ну, вот так вот. Ну. Теперь обалденный кецель. Защищен, кстати, он и снизу, и по бокам. И теперь полная защищенная коробочка. Также можно на него сесть спокойно и спереди, и изнутри залезть. И все отлично работает. И вот, как видите, у нас получается полная защищенная коробочка. Кецель в абсолютной броне. Полностью весь. Он садится, все с ним хорошо, он летает. Все отлично. И как бы динозавры другие его просто не видят в этой защищенной броне. Больше места. И получается у нас больше... место для посадки динозавров. Ну да, посвободнее маленько. Да, даже очень посвободнее. И готовим еще одного кецеля. Это у нас будет для дракона. Это у нас будет кецель. Мы будем его на ходу
отстреливать. Это у нас как раз разведка, которую быстрый кецель. И вот ребята внутри там будут с окошками. И будем его отстреливать, высокоуровневого дракона. И, соответственно, уже тамить потом. Но это будет потом. Пока только идет подготовка. Ну, как-то вот так вот. На этом пока все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.